Вот, мамулька, снимаю еще раз. Так, вот входное, да. Все чистенько, видишь, они убрали, вон я хожу босиком и ничего не прилипает к ногам. Так, тут подальше, да. Здесь я даже не знаю, как ее использовать. Паучок он на счастье, да? То сестричке понравится паучок. Так. Ну, эти занавески, это что-то такое, бабушкин вариант. И, конечно, я первым делом сниму. Лучше вообще будет без ничего здесь открытое. Так, вот, разворачиваемся. Это выход, ну, ты помнишь. Там этот... Ты говоришь медленно снимать, мне кажется, я очень медленно, надо быстрее. Ну, вот как-то так. Это зал будет. Там сейчас дальше я покажу. Паркинг. Эти дверцы, конечно. Вот сейчас первый раз буду стираться. Так, тут свет включается. Вот так вот. Это хрень какая-то странная. Ну, просто лампочка, что ли. Так. Ну все, вот это одна спальня маленькая. Они, кстати, вот эту краску оставили, то, что спрашивали. Как оно работает? Или оно не работает? Что-то как-то оно жестко, тяжело тянется, ну примерно так. Что здесь лампочки нету? То есть лампочки вообще нету в этих какого. Люстр. Ну, здесь хорошо работает. Вот фигня, она мне тоже как-то не надо. Тут, наверное, дверь, а может вообще ничего не надо. Но эта фигня мне вообще как-то из-за нее, кажется, проходу уже мне это кажется. Вот эта вот хрень, какого фига она здесь нужна? Ну, ничего. Как-то так. Зеркало маленькое, там большое классное, здесь маленькое. Ну, вот это вот фигня. Так, вот вроде и все показал. Да. Сейчас я переношу вещи. То есть еще не переношу. Вон там входная дверь.
Вот, кстати, соседи. И там вот наверху две квартиры. Все, вот машинка, гараж. Вот у меня тут здесь она штучка эта. Тут еще вот кладовка моя. Там вот счетчики. Все, это соседская. Соседи у меня не очень, я так смотрю, по машинам. Хотя здесь нормальная машина. Сегодня видел утром. Дорогая, ну как дорогая, Мазда там какая-то свеженькая. Все, вот, видишь, я тут накупил уже этому барахлу. Ну и багажник там еще. Все, буду работать.